Так, всем привет, друзья. Третий день движухи. Тут уже все тихо. Так, старт RFC. Привет. Старт второго дня. Буквально несколько минут назад он должен был произойти. Поедем, посмотрим спецучастки там, где не были вчера. Посмотрите, как все распахано вокруг. Пыли нет, красота. Дождь. В общем, было хорошо. Блин, как тут перепахали. Тут где-то спецучастки должны быть. Так, ну вот вижу спецучасток. Вон еще один. В общем, сейчас будет нормальный движ. Вот еще один, три. Так, успели на старт, нету суеты такой, как вчера. Вон Бодя с Лехой едут. Сейчас мы посмотрим. Нива красиво вчера ехала. Ну, ребята, двухлитровый мотор, кстати, поговорил только что. Понижение 2,7 в раздатке. Хороший аппарат. Говорит, лебедки чуть не хватает. Из-за этого приходится помогать колесами и закапываться. Так, тут же рядом еще спецучасток один. Сейчас будем пробовать смотреть все сразу. И капать начинает понемногу. Я что-то плохо подготовился. Без зонта, в общем, нельзя ездить. Лучше он пролежит 2 дня. Сухим, конечно, 3. Пошел. Сразу сантраки. Тут подъем вот такой экстремальный немножко. Так, сложное место. Пока ничего сложного. Вот тут развернуться, но для него хорошо. Машина, я не знаю, как. Красиво звучит. Сантраки уже лежат. Будет ходом брать. Красавчик. Ну, такой под Ниву спецучасток достойный. На более длинной машине тут посложней. Ну все. Финиш. Финиш колесной базой. Красиво, легко. Так, вот и наши. Смотрят трассу. Посмотрели уже, наверное, как раз вовремя. Слышишь, тут главное доехать к спецучастку, да, во? Нормально. Надо спуститься чуть-чуть, может. Слышишь, как не работают колеса вообще? Не работают. Не, если спустить, то работают. Если спустить, то... Они даже тут молятся вот без кого. Суровый спецучасток. Маршал говорит, вчера старт с лебедок был.
Ну, не у всех, но у многих. Штурман пристегнут, пилот отсекает. Дублируется время. Вова, не бойся, я с тобой, Вова. Да тебе не в Танзании по песочку. Так, там он, Нива на следующем спецучастке. Сантраки опять ребята достают. 15 минут. Лебедка серьезная. Что здесь? Тут просто горка, тут кусок бетона. А вон и Subaru Луаз, Луаза Subaru. А, это... Ага. Прошел. Такой относительно... Да, да. Относительно несложный, но красиво. Ёханый бабай. Копнулись. Вот вам и простой спецучасток. Не точно зашел, надо просто медленно, спокойно. Да. Все вроде просто. Дерево вот здесь через ров, диагонал коробки, вот ход наверх, а видите, плавно. Ну, зажимайте. Так, Вову. Вову тащут. Игорь. Ветку оторвали. V8 звучит. Очень медленно надо было зайти, аккуратно, и все. Нормально.
Отвешивай его. Нельзя. Отвешивать нельзя? А, веревкой только, я забыл, это же RFC. Чуть-чуть назад и вперед. Хорош. Коксу, коксу. Красавчик. Сложно, вы тут вообще должны ехать просто как по этому. Вы не поехали еще? На бубликах? Что поедешь? Да. Вот и финиш. Ох, елки. Это жесть вообще. Сколько время? Желтые. 9:11:31. Нормально. Ну, сейчас сравним. Спущенная шина. Чуть шире, но назад 0,3, вперед 0,5. Просто едет машина. Просто едет. Смотри, как на спущенных колесах едет. Зад 0,3, вперед 0,5. Ну так. Это у нас распортировано. Ну да. Вы лебедили снимали приставку. Вот известные люди. Так, старт. Бодя, поехали. Выбегай. Ну, чтобы легче было. Она поедет сама. Да, машины одинаковые. Да, я знаю. Так, ну вот там ключевое место. Дальше. Вот тут медленно, Бодя, скажи аккуратно, аккуратно здесь, чтобы вправо вошел. Медленно. Медленно едь потихоньку. Сбрасывает туда на ленту просто. Понял где? Тут яма и там яма. Тут надо... Блин, спортсмен какой. Вот тут аккуратно тоже.
Крис, спуститься тут надо хорошо. Спустить колеса надо. Да-да, отвешивай, отвешивай. Как заводится, да? Как УАЗ. УАЗовские корни, что ты хочешь? УАЗ же раньше сделали. Четко. Ну, припалил, потому что надо отпустить было. Привет. Проходишь, проходишь, проходишь. Финиш намного быстрее. А финиш как здесь? Базой. Базой вот там на плохом этом спуске. Есть? 3.45. 3.45? Красавчики. Следующий или... Как едет Бодя?